состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска. Конкурсная комиссия состояла из 6 человек. 3 человека были назначены распоряжением губернатора Красноярского края, 3 человека назначены решением Ачинского городского совета депутата. Сегодня комиссия заседала в полном составе в количестве 6 человек. Комиссия составила и подписала протокол заседания конкурсной комиссии, в соответствии с которым для участия в конкурсе были допущены все 3 кандидата, которые подали заявление для участия в конкурсе. Это Григорьева Наталья Валерьевна, это Тарабаев Владимир Владимирович и Токарев Александр Юрьевич. Конкурс состоял из 2 этапов. Первый этап – это был конкурс документов и анкетных данных, когда членами конкурсной комиссии оценивались документы, представленные для участия в конкурсе. Оценивалась квалификация кандидатов, уровень образования, стаж работы, в том числе на руководящих должностях, в должностях муниципальной и государственной службы. Первый этап конкурса оценивался по 5-бальной шкале от 1 до 5 баллов и проходил в форме собеседования. Второй этап конкурса были представлены кандидатами программы социально-экономического развития города Ачинска. Программы обязательно должны были содержать оценку текущей социально-экономической ситуации, описание основных социально-экономических проблем города Ачинска, комплекс мер, которые кандидаты представляют для улучшения социально-экономического положения города Ачинска, предполагаемую структуру города Ачинска и предполагаемый срок реализации программы. Второй этап конкурса оценивался по 10-бальной шкале, от 1 до 10 баллов. По 2 этапам конкурса баллы, которые выставляли члены конкурсной комиссии, суммировались. Поэтому по результатам 2 этапов конкурсных испытаний, я позволю зачитать, поскольку я до конца не помню. Кандидат Григорьева Наталья Валерьевна набрала 65 баллов, Тарабаев Владимир Владимирович набрал 44 балла, Токарев Александр Юрьевич набрал 88 баллов. По положению, которое утверждено решением Ачинского городского совета, положение о порядке проведения конкурса, предполагает, что конкурсная комиссия отбирает не менее 2 кандидатов в качестве кандидатов на должность главы города Ачинска. Комиссия приняла решение признать победителями конкурса 2 кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Это Токарева Александра Юрьевича и Григорьева Наталью Валерьевну. Конкурсная комиссия подготовила документы этих 2 кандидатов и направила их сегодня в Ачинский городской совет депутатов для рассмотрения этих кандидатур на сессии Ачинского городского совета депутатов, в повестку которой будет этот вопрос включен.